Всем привет! Вы на канале группы компании Carux. И у нас сегодня на нашем традиционном кратком обзоре аппарат высокого давления Kärcher K2. Аппарат является, скажем, отправной точкой для моек бытового использования. Если будете изучать модельный ряд, несколько есть вариантов. Базовая комплектация, комплектация с разными насадками, но, собственно, суть не меняется. Это аппарат бытового назначения, скажем, для сада. Рабочее давление у него 80 бар, максимальное давление может развивать до 110 бар. И часто поступают от людей запросы, что нужна мойка, хотим мыть машину. Можно ли мыть машину? Можно. В любом случае это будет быстрее и экономичнее по воде, и эффективнее, нежели мыть просто губкой руками. В любом случае давление будет создавать, вы будете мыть, но тут возникает вопрос, какое количество времени вы готовы потратить и какого результата вы хотите достигнуть. Если машина у вас, скажем, месяц не мылась, она грязная, вы там ездили по трассе и вы хотите отмыть ее до блеска, то, конечно, данному аппарату будет с этим достаточно сложно справиться, так как у Kärcher вся производительность рассчитывается исходя из расхода воды и давления. Так вот, давление рабочее 80 бар, это все-таки в большинстве случаев для сильно загрязненного автомобиля будет маловато. И если вы будете мыть машину, к примеру, в гараже, то наверняка вам потребуется губка, щетка и, скажем так, оказать какое-то механическое воздействие на загрязнение, чтобы аппарату было проще его смыть. Но с учетом стоимости аппарата, это в любом случае хорошее предложение. Но есть еще один такой немаловажный факт, то что аппарат позиционируется как не самовсасывающий. То есть для того, чтобы пользоваться аппаратом в гараже, там, на даче, вам необходимо входное давление не менее 1-2 кг. Можно ли мыть с канистры? Если верить инструкции, нет. Если верить нашим рекомендациям, нет. Но если верить тем людям, которые этими мойками пользуются многие годы и пользуются без проблем, конечно, очевидно сказать нет, я не могу, так как есть определенная методика, которая, не скажем так, не рекомендована производителям, но люди им такой методикой пользуются и, собственно, проблем не знают. Для данного аппарата необходима обязательно емкость ставить выше уровня аппарата, необходим шланг с обратным клапаном, чтобы вода обратно не выходила. И в любом случае давление 1-2 кг данная система не создаст, но она позволит неким самотекам подавать воду на аппарат, и вы сможете пользоваться. Ни в коем случае не рекомендуем так делать. Если есть возможность подключения к водопроводу, обязательно им пользуйтесь. Если нету, рассмотрите варианты покупки моек от серии К4 и выше, которые изначально сделаны для таких целей, чтобы вы мыли с открытого источника. Но, коли уж у нас сегодня краткий такой обзор, покажу, что в данном случае тоже все будет работать. Вот. И при необходимости таким образом запустить аппарат, ну, собственно, вы это сможете сделать. Но настоятельно не рекомендуем так делать. Собственно, вода в емкости есть уже. Предварительно я зачерпнул шланг воды, и она, скажем, набралась в шланг. Я включил аппарат и, собственно, он создал вакуум и накачал воду в систему. Поэтому для того, чтобы запустить аппарат, мне достаточно сейчас повернуть включение. Собственно, вода здесь уже набрана. Ну, я надеюсь, сейчас не будет слишком много брызг. Хотя наверняка будет. Ну, собственно, аппарат работает. Поэтому для того, чтобы начать пользоваться, можно воспользоваться одной из насадок. Одна здесь идет струйная трубка. Когда будете выбирать комплектацию, если все-таки ваш выбор пойдет на модель серии К2, обращайте внимание на те насадки, которые идут в комплекте. Так как есть мойка серии Basic, там идет только грязевая фреза, бывают мойки, где идет только встроенная трубка. В данном случае это классическая мойка К2, и она оснащена двумя встроенными трубками. Фреза грязевая, веерная насадка, шланг высокого давления 6 метров. Так, у нас за окном уже зима, но давайте попробуем аппарат действия. Я немножко включу просто показать сам тот факт, что такое средство применения также используется людьми, скажем так, народный метод. Это определенный
определенно будет лучше, чем мойка автомобиля руками и губкой. Керхер умеет делать струйные насадки. Даже несмотря на то, что на цифрах давление 80 бар рабочее, достаточно невысокое, очень эффективно моет. Ну, дольше мыть не буду. На просторах интернета есть море видеороликов, по которым вы можете оценить производительность данного аппарата. В данном случае я не вижу смысла при отрицательной температуре намывать крыльцо. Мне по нему все-таки с утра еще подниматься. Поэтому с учетом стоимости, отличное решение. Прежде всего, надо понимать, что аппарат садовый, поэтому если вам необходимо мыть какой-то садовый инвентарь, к примеру, помыть велосипед, помыть там сапоги, теплицу, баню, легкий аппарат, маленький, компактный, с очень небольшим расходом воды, который, опять же, существенно вам позволит сэкономить на ее трате. Если у вас есть водопровод, пожалуйста, подключайте аппарат. В таком режиме в штатном он вам будет служить верой и правдой. Ресурс производителем заявлен до 10 лет при правильной эксплуатации. На данный момент один из немногих аппаратов, который до сих пор собирается в Германии, если, собственно, это для кого-то остается еще важным. Поэтому отличное предложение, отличное давление с учетом цены. При правильной эксплуатации будет служить очень долго верой и правдой. Более подробную информацию по характеристикам, по стоимости смотрите на нашем сайте carex.ru. Всем спасибо за внимание, всем пока.